артефакт сжатых срезов, или как еще их называют, гармошка. Ситуация, когда мы не можем получить ленту срезов. Срезы выходят с дырами, а также с визуально заметными толстыми и тонкими участками. Какие же могут быть причины и способы их устранения? Микротомное лезвие затупилось. Сдвинуть лезвие, чтобы использовалась другая часть режущей кромки, или заменить лезвие на новое. Парафиновый блок нагрелся. Возможно, вы работаете в достаточно теплом помещении или не используете охлаждающую плату или подручные средства для охлаждения блока. Для решения этой проблемы парафиновый блок перед микротомией следует охладить при помощи охлаждающей платы, емкости со льдом или специального криоспрея. К лезвию или на заднюю часть прижимной пластины налип парафин. Смахиваем парафин с лезвия кисточкой вверх по направлению от режущего края, а не вниз на режущий край. Снимите прижимную пластину и очистите ее от налипшего парафина при помощи бумажной салфетки либо ветоши, смоченной в ксилоле. Также возможна ситуация, что проводка материала была не очень качественной. Проверьте, как давно вы меняли реагенты, при необходимости поменяйте их, чтобы в последующем избежать подобных артефактов. И помните, что регулярная замена реагентов, соблюдение всех требований и рекомендаций позволит вам решить многие проблемы, которые могут возникнуть на этапах пробоподготовки.